Итак, в поле моего зрения попал еще один населенный пункт. Называется он Андреевка Печевая. Поселочек небольшой, состоит из одной улицы. Примечательно, что здесь с одной стороны очень большие поля, есть, конечно, и лес, а с другой стороны протекает большая река Ипуть. И сейчас весна, то есть идет разлив реки, закат солнца. Я думаю, что мы найдем несколько красивых пейзажей. Ну и, естественно, походим, поизмеряем мощность экспозиционной дозы, потому как плотность загрязнения мне пока неизвестна. Но в процессе исследования, я еще посмотрю на карту, мы ее все-таки выясним и произведем аналитический разбор. Всем привет! С вами Сергей Белкин, и мы выдвигаемся в очередную вылазку. Кстати, даже отсюда мы можем увидеть, что речка Ипуть разлилась довольно-таки сильно. Но мы пока не поедем. Здесь вблизи находится довольно-таки крупное кладбище. И первый замер мы попробуем произвести на нем. На кладбище фон кое-где превышает норму в 20 микрорентген в час. Я видел, максимальное было 23 микрорентгена в час. Ну а так, в принципе, можно сказать, что радиационный фон в норме. Но сейчас я еще дойду до самого низкого места на кладбище. Получается, это уже за кладбищем будет, но рядом с ним. Посмотрим, что там с фоном. В низинке радиационный фон в норме, составляет 18-17 микрорентген в час. На кладбище радиационный фон все-таки не столь велик. В среднем 25-20 микрорентген в час. Это можно отнести и к норме. Но заражение все равно присутствует, потому что норму все равно пересиливает. А мы же продолжаем исследовать этот поселочек дальше. Совсем рядом с кладбищем находится первый дом. Ну и здесь их несколько штук, но летом их бы, может быть, и видно, и не было, потому как растительность здесь очень густая. Но посмотрим радиоактивный фон под стеком одного из домов. Поискав немного около домов, особого радиационного фона мы не нашли,
по-прежнему то же самое, дозиметр фиксирует 20-18, в пределах нормы и кое-где 23-25. Вот он, один из неповторимых закатов, который бывает один раз в жизни. Завтра будет уже другой закат, послезавтра другой и так далее. Но такого уже больше не повторится. Тем временем мы выехали к реке Ипуть. Она очень сильно разлилась. И попробуем произвести несколько замеров здесь. Солнце уже скрылось. Здесь повсюду слышны кряканье, хрюканье. Летают огромное количество птиц, может быть, лазит где-то в кустах огромное количество животных, но они пока мне не видны. Радиационный фон здесь в норме, не превышает допустимых пределов. 13 микрорентген в час. Даже дозиметр затих, так же, как и все живое, предоставляя получше послушать пение перелетных и здешних птиц. Пение птиц – это очень хорошо. Действует как бальзам на душу, успокаивает нервишки, приводит мысли в кучу, которые можно потом как-нибудь обмозговать или пустить в дело. Если вы хотите больше, выезжайте на природу. Птицы вас всегда ждут. Ну а мы же будем делать свое дело. Поедем еще посмотрим в некоторых местах. Ех, не удержался и еще поснимал улетающую стаю птиц. По-моему, это были скворцы. Сосновый лес – это то место, которое нужно для замеров, для более общей и полной картины состояния зараженности
поселков, либо любых населенных пунктов. Здесь мы и произведем очередные замеры. Я тут так походил по лесу, и не только я, поизмеряли, походили. На Белле, значит, радиационный фон кое-где достигает 40-45 микрорентген в час, но радиоскан он немножко поточнее дозиметр, он усредняет и, в принципе, мониторит радиационную обстановку на всем протяжении исследования. Он ни на секунду не отключается. Ну и сами вы видели, какая величина радиационного фона, мощности экспозиционной дозы гамма-излучения. 30-32 микрорентгена в час, что, в свою очередь, на 10-12 единиц превышает норму. Это мы недалеко отъехали от этого населенного пункта, но сейчас вернемся обратно. Потому как плотность заражения здесь нынче не очень большая. Поищем каких-нибудь радиоактивных сюрпризов в самом поселке. Забыл сказать про жителей этого поселка. Большинство, конечно, выселили после известных событий, но поселок не умер. То есть я, вот пока мы ездили здесь, своими делами занимались, я видел одну проезжающую машину, вторая уже догнала, когда мы один дом исследовали. И вот здесь небольшая пилорама, хозяин уже подходил, собачка убегала. То есть поселочек живой. Тут места, конечно, красивые. Если есть лодка, то можно и рыбачить, и на тот берег ездить, и сплавляться куда-нибудь на северную часть реки, в южную часть реки. А там еще есть поселки. То есть можно в гости плавать. Ну и один интересный объект около вот этого жилого дома, около пилорамы. Ну и как вам такой костерок с дровами, приправленными ядерным топливом? По издаваемым звукам дозиметра можно слышать, что и второму здесь не очень хорошо. Фиксирует мощность экспозиционной дозы гамма-излучения более 100 микрорентген в час. И это рядом с жилым домом. Интересно, где нашел дрова хозяин? В принципе, можно видеть, что два дозиметра солидарны. Около 120 микрорентген в час. Белла 124 только что показывала. Радиоскан 120-121. Раз уж здесь такое интересное место, попробуем здесь произвести бета-замер. Измерить поток бета-частиц. У меня только что закончился второй замер. И плотность бета-потока составляет 27 частиц на сантиметр квадратный в минуту. Нормальный такой реакторчик. Солнце уже скрылось за горизонтом очень давно. Не успели мы попасть в дом к одному интересному отшельнику, который здесь же и живет. Но, может быть, в следующий раз как-нибудь приедем и послушаем от него много интересных историй. Я же хочу сказать несколько слов местным жителям. Там, где вы брали эти дрова, больше их не берите и костры не жгите. И печки, и бани ими не топите. Потому что вы сами видели, какой Чернобыль вы копите у себя многократным сжиганием этих дров. Сегодня мы проехались по небольшому населенному пункту, который называется Андреевка Печевая. Больших мощностей экспозиционной дозы мы здесь не нашли, но зато попали на чудеснейший закат в разливе реки.
множество поющих птиц, которые прилетели и которые были здесь. Нашли чудо-костерок, в котором мощность экспозиционной дозы уже удивила и составила в среднем около 120 микрорентген в час. Ну, бета-поток вы сами видели. У меня же на этом все. До новых встреч. Всем пока.